За активную общественную деятельность и профессиональные достижения. В честь празднования Дня образования Югры и в преддверии Дня Конституции глава Сургута Вадим Шувалов вручил жителям города несколько десятков наград и благодарственных писем разного уровня – федеральных, окружных и муниципальных. В зале Дворца торжеств собрались специалисты разных сфер деятельности – образования, медицины, спорта, дорожных и энергетических предприятий. Среди тех, кого наградили, и начальник технического отдела телерадиокомпании «Сургут Интерновости» Максим Ионин. Нам, я считаю, что очень повезло с таким нашим сообществом сургутским, с людьми, которые работают в наших предприятиях, разные профессии присутствуют. И здесь сегодня, в этом зале, люди разных профессий. Это независимо от того, кто где работает, все работают во благо того, что процветал наш город, наш округ и наша страна. И это, наверное, отличается именно